Доброго денечка, мои хорошие. Здравствуйте, друзья. Сегодня 30 сентября. Еще один теплый денечек. Это вид из окна. А с завтрашнего дня у нас уже похолодание. Сегодня большой праздник мучениц веры, надежды и любови и матери их Софии. Я поздравляю вас с этим праздником. Хотя это не праздник, это, скорее всего, вспоминание об великомученицах. Поздравляю именинников. Мои хорошие, вам хорошего денечка. Сейчас время обеда. Расскажу, что мне будет на обед. Так, ну вот я и за столом. Сегодня у меня картошечка жареная с грибочками, с чесночком и с приправами. Я вам показывала видео из леса. Мы нашли там один грибочек, а потом еще один нашли. Ну, получается, знаете, да, на одну порцию побольше картошечки. Но я хочу сказать все равно. Два подберезовика, и видите, да, вот темненькие. Это все грибочки. И, конечно же, с чесночком. Лук я не добавляю. Получается, что вот именно с чесночком вот такой очень такой вкусненький запах. Так, будет у меня еще вот такой вот салатик. Прикусочку вот грибной соус, немножко томатного кетчупа и вот такой вот новый какой-то сок гранатовый. Это будет мне на запивочку, если можно так сказать. Мои хорошие, спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии. Еще раз с праздником и приятного аппетита, кто будет со мной кушать. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Пока-пока.